Хрупкая Танечка Окуневская могла перепить даже самых крепких мужчин. Держать удар она научилась еще во время войны. Водку она предпочитала самым изысканным винам. Тосты за столом произносила нечасто, но такие, от которых гости мгновенно трезвели. Однажды, подняв рюмку, Окуневская взглянула на портрет Сталина и отчетливо произнесла: «Бей грузин, спасай Россию». После этого тоста Горбатов всю ночь ждал ареста. Таня в это время безмятежно спала. Ей долго прощались и крамольные речи, и близкие отношения с иностранцами. Но она сама понимала: все это до поры до времени. Москва, 12 декабря 1948 года. Долгий звонок в квартиру номер 100. На пороге четверо в форме. Окуневская встретила их без слез, без страха.